Раз. Все, больше прыгать не буду. Все, больше прыгать не буду. Ой, голова моя белобрысая. Что же я наделал-то, а? Друзья мои, ну что, всех с наступившим Новым годом, а у нас давненько не было побега из тюрьмы. Как помните, в прошлой серии, а именно в 7-й, а это уже 8-я серия сейчас, которую вы смотрите, мы дошли с вами до 100-го уровня. И я начинаю отсюда же начать и продолжить. Погнали! 100-й уровень, что здесь будет? Думаю, ты разберешься. Интересно, в чем мне нужно разобраться? Так, давай попробуем сначала ключ взять. Опаньки. А он-то не берется, слушай. Куда-то еще поехал. Так, давай нажмем на красную кнопку. А, может быть, не надо сюда прийти? Видишь, ключ летит. Я подошел к кнопке, и ключ полетел. А, мне кажется, это бредовая идея, не кажется? Ладно, теперь мне нужно бежать вот на ту кнопку. Смотри, я его сейчас буду вниз опускать. Так, воу-воу-воу, куда так сильно? Я с ключа не могу прыгать. Я не могу прыгать с ключа. Ух ты, блин, я же так не допрыгну. Ладно, давай его подвинем вот сюда максимально. Теперь смотри, вот так. Атеньки! Вот так. Теперь сюда. Ух, вы меня тут потаскали с этим ключом, а? Вставляйся, наконец-то! Друзья, мы прошли с вами 100-й уровень и погнали дальше. Что там в 101-м? Воу! Ой! Блин. Ага, ага, я понял, как ты двигаешься. Все, все, все. Ать! Все, до свидания, все! Не торопись. 102-я комната. Посмотрите, тут колючки выдвигаются, опускаются. Выдвигаются, опускаются. Ну что, я вижу, что они... Так они не в одном месте опускаются. Оп! Я перепрыгнул первый вариант, теперь второй вариант. Камон. Я вижу, выдвигаются, опускаются, прыгаю, есть. Выдвигаются, опускаются, есть! Все, все, побежали, все, побежали с тобой в 103-ю комнату. Я думаю, что мы вот-вот уже скоро сбежим. Береги прыжки. Ой, ну я понял. Раз, все, больше прыгать не буду. Все, больше прыгать не буду. Белобрысая, что же я наделал-то, а? Один раз мне только можно здесь прыгнуть. Все, прыгаем с вами. Хотя, знаешь, смотри, что мы можем делать. Опа! Ха-ха! Закрыли! Но закрыли-то уже где? Правильно, уже почти в 104-й комнате. Проходим туда. О, я могу их двигать, камон! Мы сейчас с тобой попрыгаем на батутах. Это будет круто. Смотри. Не, ну прикольно, он прыгает, кстати. Опа! Так, смотри, мы перепрыгнули первый вариант. А, так я же не могу прыгать в этом уровне, представляете? У меня закончились прыжки. Ладно, я этот батутик беру вот сюда. Камон. Слушай, а как же мне здесь? Хорошо. Да ладно! Чё, серьезно? Есть. Есть. А все, собственно говоря, мне батуты не нужны. Давай вот сюда их воткнем в колючки. И все, побежали отсюда, в 105-ю комнату. Вовремя пей лекарство. Да-да-да, я вижу, что происходит. Вовремя пью лекарство. Я вижу, я погибаю постепенно, моя линия желтеет. Но я думаю, что я могу успеть, хотя навряд ли. Сейчас, подожди, вот это еще лекарство выпьем. Все нормально. Давай, надеюсь, последний это будет ключ. Да нет же, я так не успею, я сейчас умру! Нет! Дай добежать! Вот здесь давай с тобой берем ключ, а потом только лекарство. Мы должны успеть. Прошу, прошу, давай! Есть! Мы успели. Мы с тобой молодцы. Нам нужен ковер-самолет. Я понимаю, что это смешно, конечно. Но где же я его возьму? А? О, тихо. Так, давай искать с тобой ковер-самолет.
Итак, внимание, подсказка. Удерживай пальцем платформу, на которой стоит персонаж. Ты сможешь перемещаться по уровню. Точняк, я даже этого не попробовал. Смотрите. Вау! Ой-ой-ой! Оу-оу-оу-оу! Осторожно, так, берем ключ и летим с тобой дальше, камон. Давай прям с этой штукой. Что? Вы что, серьезно? Телепорты! Мама Мия, сколько тут их? Давай сюда! Ага, а теперь сюда, ага. Ой, я умер. Так быстро. Ладно, подожди, давай сначала вообще возьмем ключ. Зачем нам эти телепорты? Вот, мы все, мы проходим их. Они нам не нужны. Все, до свидания, телепорты. Непостоянство платформ. Блин. Ать, я вижу. Они исчезают и появляются. Исчезают и появляются. Атеньки. Оп-оп-оп. Да все, до свидания. Это была легкотня. Спринт! Да-да-да, конечно же! Все. Я вижу. Я вижу, что происходит. Нет! Да что ж, еще и с той стороны спринт будет. Пожалуйста, дай успеть взять ключ. Все, побежали. Нет. Зачем меня гонять так? Все, до свидания, стена. Все. Вот, да, все, камон, и ходим туда. Заходим. 110 уровень. Не забывай двигаться. О чем речь? Воу-воу-воу-воу, тихо. Ага. Ага, в смысле, стоять нельзя, все время бежать на этой нужной штуке. Видишь, да? Так, сейчас мы с тобой возьмем ключ, а потом попробуем, молодцом, а потом попробуем с тобой сбежать с этой тюрьмы. Это 110-я тюрьма, 110-я комната, и мы переместимся в 111-ю и посмотрим, что там будет. Камон, прыгай сюда. Все, до свидания. Охота на ключ. Вот тебе на. Ах ты, зараза. Сейчас он вот здесь где-то будет. Вот-вот, есть, поймал тебя все-таки. Ты как прям рыбалка, знаешь, удочку закинул и сидишь, рыбу ловишь. Смотри... Что? Смотри на кнопки хоть иногда. Поменялось управление, вам ничего не понятно? Но тут происходит полная жесть. Ага. Ага. Ой-ой-ой, ты что задумал, приятель? Нет. Все, пойдем сюда. Теперь прыгай. Вот так. Теперь снова прыгай, потом вот так. Теперь смотри, снова прыгай, потом вот так. Теперь по этой линии спускаемся снова. Нет. Вот, хорошо. И все, и, наверное, до свидания. До свидания, все, до свидания. Это все мышь. Мыши прогрызли. Это все мыши прогрызли. А что они прогрызли? Так, 113 уровень, друзья мои. Я понял. Здесь присутствует где-то вот яма. Наворотили тут делов наши с вами. Мыши вот сюда прыгаем. Вот здесь тоже мыши прогрызли, нет? А здесь все в порядке. 2000 лет спустя. Подожди, тут дыра. Вот аккуратно. Да! И там дыра! Мы сказали это одновременно. Я, кажется, уже... Почти. Да, близок. Есть! Серьезно? Мы прошли! Давайте 5, детишки и мальчишки! Так, вообще ходи. Что тут надо? Это что такое? Камон, мама! Они исчезают! Тихо! Они исчезают! Мне нужно как-то правильно встать на лазеры. Вот там было. Вот здесь, смотри, вот стою. Это лазеры, которые меня... Как ключ брать? Не знаю. Вот сюда быстро нужно спускаться. Вот сейчас они исчезают. Тихо. Вот сейчас, подожди. Вот давай тут постоим пока. Вот это тюрьма. Вы посмотрите, все в решетке. А как ключ взять? Ну, я быстро ключ беру и сюда иду. Понимаешь, в чем суть? Смотри, я вот сейчас возьму ключ. Все, стоим здесь. Побежали. Пинг. Так, вот сейчас тихо. Сейчас самый последний такой будет завораживающий момент. Сейчас. Все, побежали сюда. Вот тут ждем, пока она... И потом быстро туда. Быстро прям. Раз, два, три, побежали. Есть! Камон! Взяли второй ключ. Осталось третий.
Я надеюсь. Раз, два, три, побежали. Пим-пим. Есть! Еще раз! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Побежали. Иди вниз, вниз, сюда, вот так. Вот все, тут стоим. Так, ну здесь вроде полегче должно быть, да? Посмотрите, тут полиция все в лазерах обделала. Ну ничего себе, как нам тут выжить, друзья мои? Один пакет. Нет. Есть. Все, тюрьма открыта. Смотрите, тюрьма открыта. 114. Сейчас главное лазеры. Раз, два, три. Побежали. Что? Татьяна! Смотри, сейчас спускаемся, и нам нужно дойти вот до отсюда. Потом здесь постоять. Раз, два, три. Побежали. Вот тут давай постоим. Давай лучше постоим. Все, друзья, последнее. Последнее. Сейчас она исчезает, и мы просто заходим. И попадаем с вами в 115 уровень. Побежали! Есть! 115 уровень, кругом обман. Ключ не бери. Да? Ах ты, посмотри. Так, давай-ка я вот здесь вот так сделаю. Нет? Давай здесь, дядь. О, здесь. Посмотри. Мой умерший человек помогает этому ключу находиться здесь. Ой. Что? К нам постучался кто-то? Кто был? Я еще боюсь. Давай здесь. Это был Стикман. Стикман стучал. Беги к выходу и пройди дверь насквозь. Ой, блин, тут же реально кругом обман, смотри. А мы с вами мучаемся. Запоминай и беги. Воу. Такое уже было. Да? Такое уже было. Это просто нужно колючки перепрыгивать? Да, такое, помнишь, мы исчезали колючки и перепрыгивали. Опять стучится. Что он хочет от нас, чувак? Так, тихо. Мы открыли тюрьму. Все, побежали. Да, это было легко. 117 уровень, и тут оживление, движение. Что? Нет! Камон, ладно, все, прошу, не надо. Как это пройти? Блин, как это пройти? Так, возможно. Вот так, вот так, вот так. Возможно, да? Я думаю, тоже возможно. Смотри, взяли ключ. Все, побежали. Что? Нет! Куда? Вы можете перевернуть планшет, и вам будет все понятно. Подожди. У нас все вверх ногами. Да, у нас все вверх ногами, и мне кажется, надо вот так. Вот так. А теперь. 119. Таинственное исчезновение. А, смотри, исчезают вот эти штуки. Ну и бог с ними, как говорится, пусть исчезают. Что тебе? Да это легкотня. Прыгать очень полезно. Да? Интересно, ладно, давай прыгаем. 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 Прыгаем, 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 прыгаем. О, видишь? Прыгаем, и открылся уровень. И мы дошли до 121 уровня. Нет! Прошу, не надо. Безопасная, безопасная половина. Ау! Серьезно? Нет! Ну что такое? Ать. Тихо, Даня. Прыгаем теперь папа, сюда. А почему этот человек стучится? Я не знаю, это вот этот Стикман. Она еще и сверху, посмотрите, она туда-сюда болтается. Так, теперь вот сюда берем. Ай-яй-яй, вот тут нам надо простоять. Нет! Тихо, все в порядке. Опускается. И мы проходим с вами в 121 уровень. Есть! Я думаю, давайте мы здесь остановимся, друзья. Мне кажется, уже достаточно мы прошли сегодня уровни, да? Да. Это было много. Но я же еще и без вас играл, друзья мои. Мы обязательно продолжим следующей серии, в 9-й. А Даня чем-то недоволен, и он, кажется, хочет убежать. Ладно, беги, приятель. Беги! Друзья, ну что, вы были сегодня на канале Funny Family Games TV. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Всем удачи! Всем пока-пока! Thank you.